Журналисты 12-го канала в эти минуты готовят итоговый выпуск новостей. Вот что вы сегодня увидите в 20 часов 30 минут. Огромный грузовик перевернулся на перекрестке улиц Столиваров и Комсомольская. Что стало причиной ЧП, выясняют сотрудники ГИБДД. Подробности смотрите на вечерних новостях на канале 12. Череповецкая медицина пополнилась сегодня молодыми специалистами. Студенты медучилища получили сегодня дипломы. Хватит ли новой волны медработников, чтобы заполнить кадровую пустоту, расскажем на Первом городском. Итак, об этом подробнее в 20 часов 30 минут. Следите за новостями вместе с нами, в том числе и в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте и Твиттере. Подписывайтесь на нашу официальную группу ТВ-канал 12 ВКонтакте.